установка СНПЧ на принтер Epson 835. Поставьте СНПЧ с правой стороны принтера и расправьте шлейф. Вытащите маленькие заглушки и аккуратно на их место установите воздушные фильтры. Обязательно сохраните заглушки для возможной дальнейшей транспортировки принтера с установленной СНПЧ. Откройте крышку печатающего устройства. Установите блок картриджей в отсек для картриджей до щелчка. Открутите черный болтик. Приподнимайте верхнюю часть корпуса с помощью плоской отвертки для прокладки чернильного шлейфа. Прокладываем чернильный шлейф. Закрутите черный болтик. Закрепляем клипсу на корпус печатающего устройства. Подключите принтер к электросети и нажмите кнопку включения. Производим процедуру обновления чернил с зажатием кнопки над картриджем, удерживая кнопку 5-7 секунд. Закрываем крышку принтера. Через несколько минут принтер будет готов к работе. Устанавливаем бумагу в лоток. Подключите принтер к компьютеру. Нажмите «Пуск», «Устройство и принтеры». Правой кнопкой мыши нажмите на принтере и выберите «Настройка печати», «Сервис», «Проверка дюз». И нажмите кнопку «Печать». Удачной вам печати!